Мы начинаем остальные присоединяться. Можно встать удобно, чтобы вокруг было место. И начинаем разминку. Сначала вдох и выдох, как будто мы зеваем. Сейчас, секундочку. Ага, все. Ага. Вдох и выдох. Еще два раза. И прозвучиваем резонаторы грудные. Ага, сначала. Отдыхаем. У кого голова кружится, делаем меньше по количеству раз и останавливаемся. Либо делаем медленнее. У кого не кружится, то вместе со всеми. Еще один подход. 3, 4. У кого совсем кружится голова. Здорово. Так, продолжаем. Вдох в сторону, выдох, вдох в другую
одну сторону, выдох, три, четыре. Попробуй просто без упражнения.
нравится. Скажи, пожалуйста, когда мы поем от начала и до конца, это на одном дыхании надо спеть? Или это надо... желательно, но не у всех получается. Можно делать короткие вдохи. Вот когда мы так дышим, автоматически идет такой. Вот так вот может набираться. Да, переделано. Там не производится. Там снизу начинается. Звук У.
мелодию на У. Two, three, four.
там еще было одно из первых упражнений. Сейчас я тогда его покажу на удобном диапазоне. Да, нет, не ровно. Второй звук красивый. Я вам покажу. Thank you.
делали какой-то занят назад, мы его уже вели. Ну, смотрите, у вас есть? Есть. Не вот это ребенок? Ну, я потом тогда отрабатываю. Да, вот это вот, которое... Смотрите, смотрим на ноты. Можно сеть, да? Новый банк. Вот это не проще, а вот это. Давайте его напрягаем. Нет. Что-то помнишь, что-то не будешь. Они разные, там просто разные мелодии. Они начинаются на такой же ноте, но это разное. Вот тут это сильное слово, тут просто рядом. А я. Какой первый, второй? Это первый. У меня есть. Посмотрим. Ладно. Вы садили. Да, кто не успел отметиться, расписаться, можно сейчас. Сейчас пауза. Похожем темпе пропоем три.
упражнения, и видео, и вот эта вот картинка, так что можно тренировать. Ну что, пришло время для разбора песни. Сегодня голосование именно песню «Коня». Выбрали с конем. Если кому не нравится эта песня, то она очень полезна для распевки. Просто на «о», если вот прям не нравится. Она очень полезна для того, чтобы погонять дыхание, прозвучить тело, чтобы резонаторы свои прозвучить. Хотели спросить? Нет, листочек. А, слышишь, да. Да. Листочек. Да, да, да. Сейчас, да. Все получат сейчас листочек. И коня. А прошлую песню вчера? Мы будем, да, да. Ой, мне шнурка, да? А потом уже тоже можно чуть-чуть. Идешь со мной сегодня? Да, мы же согласовали, на цветную ярмарку. Да, хорошо, запомнишь. Она очень сильная, она честно по нотам, поэтому нужно нам быть готовы. Кстати, раз не была. Антон, тебе нужно текст или нет? Да, тебе все, слово. И мы разберем, как обычно, по строчке. Так, вот тональность. Один раз пропеваю и повторяю. В эту ночь в поле с конем. И повторяем. В эту ночь в поле с конем. Следующая строчка. Ночь темной тихо пойдем. Еще раз. Ночь темной тихо пойдем. Следующая. Мы пойдем. Ночью.